Так, парни, снимаем панель переднюю. Хочу посмотреть предохранитель поворотника, где находится. Ну и посмотреть, какие лампочки поменять. Тут часть перегорела, часть мигает, моргает. Вот. Первая деталька. Здесь, кстати, винты не родные. Какие-то мебельные саморезы стоят. Надо поискать аутентичное. Привет, вот эту штуку я снял, здесь что-то было установлено, дырки насверлены. Это корректор фар, который сейчас отключен, естественно. Так как фары стоят китайские. Снимаем модуль управления светом. Это подсветка яркости, а это фары. Вот так ближний, вот так отдельно габариты. Эти лампочки почему-то тут ничего не подсвечено. Все в грязи, все чистое. Если чистить контакт, все почистим. Ну, контактики тут, конечно, пора почистить. Это однозначно. Вот так вот. Пинг, отводите и снимаете. Вот что внутри. Made in Japan все. А вот тут, похоже, лампочки стоят под вот этими заглушками. Ага, тут уже светодиоды стоят, а не лампочки. Вот, наверное, поэтому вся эта панелька мерцает. Потому что должны тут быть лампочки. Вот такие вот маленькие. Конечно, вот это все довольно хлипкое. Все вот эти вот контакты очень странно сделаны. Почему это никак не изолировано. Непонятно совершенно. То есть прямо в контактную дорожку вы это упираете, но что-то все на соплях тут, конечно, на конкретных. А вот эти почему-то другие. Эти лампочки Вагнер, эти лампочки Тошиба. Видимо, что-то тут менялось. Вагнер — это, наверное, что-то оригинал. Нет, есть еще такой Вагнер, который лампочки делает. Посмотри, там внутри бумажка, короче, с изображением, через которую она светит. То есть лампочка просто светит, и через бумажку показывается картинка, которая сюда проецируется. Интересно, лампочки вот здесь что? Это поворотник, который у меня сейчас не мерцает и горит постоянно. А не мерцает он, потому что рележка залипла. Это дальний свет, она работает нормально. К ней вопросов нет. Так, это у нас что там? Это ручник, он тоже работает нормально. Ну, видно там. Система, конечно, с этими лампочками очень хлипкая. Честно сказать, так, тут этот человек не пристегнутый. Здесь плохо откручивается. Ладно. Это тоже поворотник, да, это поворотник. Это что такое? Check engine. Там что-то на испанском или на итальянском. Непонятно, что написано. Так, а полный привод-то где? Вот это АБС, но у меня системы этой нет, поэтому здесь тоже нету ничего. Там какая-то стрелка вверх, не понимаю, что она показывает. Ага, вот тут хитро. Тут лампочки с замком, и надо отверткой поддевать замок и поворачивать, чтобы вытащить. Давай вот эту вытащим. Посмотрим. А здесь вот лампочка вот такая синяя. И вот такая лампочка тут и должна быть. Что-то мне так кажется. Вот. Сейчас зайдем в магазин, спросим, есть ли вот такие лампы. Покажи лампочку. Вот такая вот лампочка. Угу. С синей резинкой сверху. Ну вот, парни, купил лампочек. Значит, оригинальная с чехольчиком идет. С вот таким. Ну, эти без чехлов продаются в магазине. Поэтому я купил все 4. Сейчас все 4 поменяю, чтобы цвет был одинаковый. Вот. И все будут светить одним цветом.
Ну а светодиоды вот эти я положу в запас. Вот пытаюсь аккуратно сейчас почистить очистителем контактов все вот эти вот контактики, всю эту фигню, чтобы внутрь не налить. Но, если честно, мне не нравится, как это сделано. Это крайне по-тупорылому все сделано. То есть тут ни крышки, ни гидроизоляции, вообще ничего нет. Странно, что это за 30 лет не окислилось вообще просто в усмерть. Если это действительно так и должно быть. Так она, может, не родная? Да вроде бы родная. Ну, номера есть, можно, в принципе, поискать по каталогам, какая здесь должна быть. Но что-то мне кажется, что она вот так вот и выглядит. У меня вот эти окислы нормально очистить так и не получилось. Но сколько-то потер, вот эти контакты. Надо будет потом очистку эту повторить. Ну, вот лампочки я практически вставил. Это здесь последняя. Все, маленькие все поставлены. Эти две я не вытаскивал, тут надо по два зажима поддевать. Сейчас мне нечем это сделать. Эти потом посмотрим, где какая. Мне кажется, вот это 4×4. А это я не знаю, что за лампочка. Вот здесь лампа АБС. Так как АБС-ки нет, соответственно, и лампы нет. Здесь какая-то стрелочка зеленая. А здесь main required. Это, видимо, обслуживание типа требует. Ну, по пробегу сервисная, короче, лампочка сервиса, скорее всего. Надо будет в интернете посмотреть на этой приборке расположение. Ставим новые лампочки. Чупонька. Раз. И два. Все, лампа поставлена. Так, ну вот, гирлянда, в принципе, вся светится. Вот здесь лампа, значит, 4×4 должна быть. Но ее мы сейчас не проверим, потому что у меня передний мост не работает. А щелкает вот здесь вот реле. Значит, реле у меня стоит не на монтажном блоке, который вот тут под панелью, а здесь его надо где-то искать. Здесь же надо найти реле на поворотнике. Потому что у меня мигает только аварийка, а поворотники у меня горят постоянно. Это неправильно, так быть не должно. Вот такая конструкция этого реостата подсветки. Ну, конечно, так уже не делают. Обалдеть. Радиатор охлаждения внушает. О, хоть стало крутиться там без песка. Нормально, более-менее плавненько. Беговую дорожку контактную почистили, и нормально стало. Все. Так, снимаем вот эту вот штуку. Тут ни одна вообще эта кнопка не работает. Кнопка для чего? А что-то подозреваю, что кнопки не родные. Но вот это может быть родная. Это задний дворник с омывателем. Это обогрев, наверное, заднего стекла. Но что-то, по-моему, это от Нивы или от чего-то такого. А это какие-то противотуманки. Они тоже... Их нету и не светят нифига. Ну и в целом-то и понятно, почему. Тут эта кнопка не подключена. А здесь, наверное, контактов не хватает. Один откушен контакт. Провод болтается. Я думаю, эти кнопки я вообще сейчас пока отключу. Да, ну и проводочка. Ладно. Так, теперь вот это вот. Что-то мы снимаем. Здесь было родное радио. И вместо него тут сейчас вот эта замечательная магнитола. Какая красота. Подключено тут все, конечно, просто зверски. Антенна, очевидно. Это вот я не знаю, что такое. Что не подключено? Сейчас мы, короче, изоленту купим и нормально тут это заизолируем, чтобы не коротило нигде. Все вот где вот соки. На, с проводки тут надо будет конкретно разбираться, конечно. На. Так. Так вот это. Ага. Ну,
Здесь история вот точно такая же. Ничего не заизолировано. Красота. А почему, мне интересно, тут всего две лампочки? Сколько должно быть? Ну, тут, во-первых, светодиоды, нифига не лампочки. Но вообще, по идее, на каждый прибор она должна быть. Прибора 4, значит, лампочки должно быть 4. А лампочек почему-то только 2. Но здесь зачем-то 2. Тут нету ничего. Причем видно, что они стояли. Здесь контакты-то есть. Ох ты, какая красота. Все разное. Вот это реле. Это реле аварийки, а вот это, наверное, реле поворотников. Вот. Попробуем вытащить. Так, это реле на аварийку. 198-72J. И вот какие цифры. Я не знаю, что из них артикул, наверное, вот нижние. Но оно работает, оно нормально. Сейчас я его просто помою. С очистителем контактов. Вот в чем причина, почему у меня нет поворотников. Это вот реле. Оно оригинальное, судя по всему, потому что по этому номеру это крайслеровская запчасть. Я не знаю, она оригинальная или она от другого просто джипа сюда приделана. Фиг его знает. Но они, по крайней мере, в природе существуют. Давайте посмотрим, кстати, сколько оно стоит. На ZZAP зайдем. Сколько? 100 рублей, 300 рублей. Ну, 100 это вот бэушка. Вот новая, видимо, 200, они тоже бэушка. Ну, короче, можно их найти, они существуют в природе. Вот второе реле, оно вообще, по-моему, горело. Номера у них одинаковые. Зачем-то два реле здесь с одинаковыми номерами. Странно. Одно левое, второе правое, что ли? Обычно на поворотнике одно реле и все. Почему-то, короче, сделана какая-то петля. Соединил вот этот контакт и вот этот. А на центральной тут вообще нету провода. И на вот этот тут провода нету. Какая-то херня накручена. Вот так. Посмотрим. Сейчас что-то изменится. Ага, здесь все контакты есть. Вообще я не понимаю, что тут накручено с этими поворотниками. Нифига тут два реле. А, пока все просто собираем. Вообще по-хорошему надо съездить к электрику и все это восстановить по-человечески. Вы видите эту красоту. Оголенный провод. Замечательно. А я думаю, что приборка мигает? Что приборка мигает? Ну вот, наверное. Вот что она мигает. Вот этот кронштейн бы надо очистить по-нормальному весь. Это ржавчина, надо покрасить. Пленочка, магнитолог новая, чего? Из нее только песок какой-то сыпется. Тут, короче, я нашел лампочку. Вот эти вот кнопки освещает. Она вот там вот крепится в патрончик, поставил ее на место. Ребята, вы посмотрите, какая красота. Все оранжевенькое. Офигеть. Я, кстати, здесь нашел одну штучку. Реостат есть подсветки. И в максимальном положении для щелчка его включаете, включается салонное освещение. Я не знаю, здесь где-то еще должно быть, не должно оно. Вот, потому что не хватает вот здесь какой-то лампочки. Здесь, если честно, сзади она есть, в крыше для задних пассажиров там. А здесь вот нету ничего. Кстати сказать, здесь теперь тоже подсветка работает, зеленым светит. Надо будет поменять ее лампочку на желтую, чтобы все было желтым одинаково. Вот. Ну, короче, теперь и вот эти клавиши видно. А вот здесь, где свет включается, подсветки нету почему-то. Тут даже под нее окошко нету и лампочки там в проводке нету.
Короче, мне результат этот нравится. Очень красиво это все выглядит. Прямо лампово. Вот еще вот эти нижние надо поменять светодиоды. Тоже на желтые лампочки. И вообще будет old school. Красота. Если было интересно, подписывайтесь, ставьте лайк на Инстаграм, на Телеграм, на Бусти обязательно подписывайтесь, потому что некоторые ролики будут выходить там.